Я думал обрести ясность или удовлетворение, но мне просто жаль. Вот и все. И хорошо. К жертвам нельзя относиться легко. Это мой долг. Перед моим народом и перед теми, кого Джонсон еще сгубил бы. Это начало. Чтобы избавиться от гнета тамплиеров, нужно убить их всех. Даже твоего отца. Я знаю. Веришь ли ты сам в то, что говоришь? Похоже, у нас гости. Что это? Пол Ривир просит нашей помощи. Кажется, британцы в Бостоне что-то затеяли. Ты произвел впечатление на сынов свободы. Они сочли меня своим, зря. Скажите мистеру Ривиру, что мне жаль, но я не в силах сейчас помочь ему. Советую передумать. Тут упоминается Джон Питкерн. Куда ехать? В дом мистера Ривира в Бостоне. Я могу? Конор, чудесно. Вы здесь. Позвольте вам представить. Это Уильям Досс и Роберт Ньюман. Вы писали, что Джон Питкерн здесь. Да. Он готовит атаку на Лексингтон, где укрылись Адамс и Хэнкок. Потом он двинется на Конкорд. Уничтожать наш арсенал и провиант. Вы должны нам помочь. Скажите, где его найти, и я положу этому конец. Под его началом десятки, а то и сотни солдат. Вы не справитесь в одиночку. Но не бойтесь, вы не один. У нас есть своя армия.
Люди ждут лишь приказа взяться за оружие. Тогда прикажите им. Прикажу. Мы с вами пересечем реку Чарльз и поднимем людей. Уильям, вы поедете по дороге и сделаете то же. Роберт, а вы на Северную Церковь. Дайте сигнал. Два огня, если враг идет морем. Некогда сидеть, мой друг. Надо торопиться. Вперед! Здесь только одна лошадь. Придется ехать вдвоем. Берите поводья, я покажу путь. Скорее, Коннор, садитесь верхом. Я скажу, куда нам надо ехать. Слушайтесь меня, и мы всех предупредим. Вперед! Да, сюда, прекрасно. Вперед, Томми. Что они тут делают? Прекрасно. Все правильно. Осторожно, Коннор. Нельзя дать им поднять тревогу. Здесь налево. Верно. Вот сюда-то нам и надо. Верно. Вот сюда-то нам и надо. Безопасней будет пойти к домам пешком. Спасибо. Вчера я до поздней ночи принимал шнапс. Сегодня я не домогаю. Но завтра я к вашим услугам. Будь долгий. Не думаю, что меня так скоро. Вот так! Нам именно сюда! Дайте всем знать, что британцы идут на Лексингтон и Конкорд. Британцы идут! Назад в седло, друг мой! Нам еще ехать и ехать! Верно! Вот сюда-то нам и надо! Прекрасно! Все правильно! Верно! Вот сюда-то нам и надо. Да! Прекрасно! Все правильно! Вперед! Осторожно! Здесь могут быть еще разведчики. Мы на верном пути.
Прекрасно! Все правильно! Мы на верном пути! Налево! Дальше лучше идти пешком. Вот так! Нам именно сюда! Скажите всем, сюда идет армия. Есть, сэр. Прекрасно, все правильно. Здесь был десяток раз. Почему ночью все выглядит иначе? Наверное, это от волнения. Стой! Направо, Коннор! Безопаснее будет пойти к домам пешком. Вот так! Нам именно сюда! Армия скоро будет. Здесь! Мы здесь! Взять их! Они не должны нас догнать! Избавьтесь от них, Коннор! Уходим скорее! Это было немножко слишком. Хорошо бы избежать таких сюрпризов. Скорее, нужно оторваться от них. Это было немножко слишком. Хорошо бы избежать таких сюрпризов. Налево! Верно, вот сюда-то нам и надо. Мы на верном пути. Налево, Коннор. Безопаснее будет пойти к домам пешком. Вот так! Нам именно сюда! Ну и где его носит? Вы точно не ошиблись домом? Конечно, нет! Рескотт? Добрый вечер! Сюда идет армия, поднимайте своих людей! И... наденьте штаны. Сейчас. Ah!
Добро пожаловать в Лексингтон. Теперь Хэнкок и Адамс. Не вижу Доза. Надеюсь, он цел. Пол, Коннор, рад видеть. Уезжайте, сюда идет армия. А, Уильям уже говорил. Пускай приходят. Они ничего не найдут. Вы не понимаете. Питкерн хочет вас убить. Боюсь, это правда. Вероятно, тогда нам придется ехать. А вы как же? Мы с Дозом едем дальше в Конкорд. Коннор, оставайтесь здесь. Помогите Паркеру удержать город. Это даст нам фору. Не отступать! Стрелять! Только в ответ! Но если им нужна война, пусть она начнется здесь! Питкер! Прочь дороги, мятежники! Сложить оружие, разойдись! Какого черта вы делаете? Назад, стоять! Русы! Предатели! Мне не вернуться. Придется обходиться тем, что есть. Мне не нужны советы. Стреляйте! Стреляйте! Езжайте в Конкорд. Предупредите всех. Это покажите командиру. Должен быть человек по имени Джеймс Барретт. Езжайте! Кровь уже пролилась в Лексингтоне и прольется еще. Армия выступила в поход. Да неужто? По-вашему, чем я тут занят? Ступайте домой, пока вас не убили. У меня нет времени нянчиться с мальчишками, рвущимися в герои. Я ручаюсь за него. И Джон Паркер тоже.
Где Ревир? В плену. Что? Не бойтесь. Он умеет выпутываться из беды. Он справится. Я уверен. Наговорились, барышни? Паркер считает, что вы не совсем безнадежны. Значит, возможно, сумеете для меня кое-что сделать. Когда начнется бой, мы должны удержать те позиции. Это ключ к обороне Конкорда. Славные ребята. Но не солдаты, им нужен опытный командир. Возьмете это на себя? Смотрите, не подведите. Даю слово. Тогда, видно, остается только ждать. Вы должны удержать позиции. Если англичане прорвутся, все кончено. Что я должен делать? Слушайте внимательно. Они будут строиться в цепи. Командуйте плей точно перед тем, как строй готов. Чуть раньше наши промахнутся. Чуть позже враг успеет выстрелить первым. Я понял. Если кто-то из мерзавцев прорвется, прикончите. Берегите моих людей. Ждите сигнала! Огонь! Готовьтесь! Стреляйте! Готовься! Пли! Ждать сигнала! Приготовьтесь! Пли! Готовься! Огонь! Готовься! Пли! Ждите сигнала! Ждите сигнала! Пли! Не стрелять! Ждите сигнала! Стреляйте! Ждите сигнал! Огонь! Готовься! Огонь! Приготовьтесь! Пли! Ждите сигнал! Огонь! Ждать сигнала! Готовься! Пли! Приготовьтесь! Готовься! Пли! Приготовьтесь! Не стрелять! Стреляйте! Ждите сигнала! Ждите сигнала! Пли! Назад! Назад! Ура! Они бегут!
Дело рук последнего негодяя. Но они ушли. Надо было напасть, пока был шанс. Как вы думаете, где Питкерн? Уполз зализывать раны в объятиях Британии и задумывать новые преступления. Нужно найти его. Сколько еще людей умрут, пока я жду? Выше нос, друг. Сколько сегодня выжило, благодаря вам? Да, но они... Мы делаем, что можем и как можем. Этого мало. Да. Так всегда. Ради нашего славного дела. Я глубочайше признателен этому невероятному знаку доверия с их стороны. Но случись вдруг какое-либо несчастье, неблагоприятное для моей репутации, я умоляю всех присутствующих здесь помнить, что ныне я с полной искренностью заявляю, что недостоин занять этот пост. Да. Никто лучше него не годится на этот пост. Я хочу заверить, правда? Конгресс, что я знаю несколько. Вознаграждение не могло бы Чарльз Ли. Это колоссальное бремя. Мы знакомы? В самом деле, откуда вам повод? Идемте, Коннор, я хочу вас представить. Я стану вести учет всех моих расходов. Простите, что вмешиваюсь. И кроме компенсации, но не хватало только, чтобы дело дошло до драки. Не желаю. Коннор, позвольте представить вас новому главнокомандующему, Джорджу Вашингтону. А, так это вы спасли Сэма и Джона в Лексингтоне? Это сделали патриоты. Я просто оказался рядом. И скромен, и отважен. Нам бы побольше таких людей. Прошу прощения, но я должен поговорить с Чарльзом. Похоже, он не слишком доволен тем, что его обошли. Был рад знакомству, Коннор. Скажите, вы разыскали Питкерна? Говорят, он окопался в Бостоне под охраной тысячи солдат. У вас появится шанс, только если его выманить. К счастью, мы планируем наступление на Бостон. Именно с этой целью. Нашими войсками командует Израэль Патнем. Отдайте это ему. Он обеспечит вас всем, чем нужно. Он сейчас в лагере у Банкер-Хилла. Благодарю недалеко вас. От города. Не за что. Я делаю, что могу. Питкерн очень опасен. Надо быстрее от него тоже избавиться. Тоже касается и Чарльза Ли. Это отдельная история. Ее пока лучше отложить. Поезжайте в Бостон, Коннор. Стойте! Назовитесь! Мне нужен Израэль Патнем. Кто вас послал? Сэмюэль Адамс. За мной! Это не Банкер-Хилл. Да, это Бритц. Тут были разногласия насчет того, где стоять. Что слышно из Бостона? Тори притихли. А когда пытаемся наступать, теряем людей. Патнем и прочие хотят расставить артиллерию на холмах. Хорошая шрапнель может заставить Томми передумать.
А что Джон Питкерн? Этот негодяй хитрющие леса. Он наезжает иногда, постреливает из пушек, дразнит нас. Ну ладно, он свое получит и скоро. Пока этот корабль продолжит обстрел, нам его не выманить. Но если прекратить обстрел... Тогда Витяга Джонни будет вынужден покинуть Нару. Я подам сигнал, когда все сделаю. А я скажу речь на ваших похоронах.
говорите вы? У них лучше оружие. Но я не боюсь. И вы не бойтесь. Да, их больше, но им не хватает веры и решимости. Но не нам. У нас дисциплина, порядок, а главное, жажда победы. Мы верим. Так что будьте бдительны, берегите пули. Цельтесь лучше и умоляю, Бога ради, не стреляйте, пока не увидите белки и глаз. Получилось. Отличная речь. Боюсь, сплошное вранье. Но пока что мы держимся на нем. А что, Питкин? Как я и думал, он покинул Бостон и встал на Молотом Хилле. К нему не подобраться. Смотрите, что творится внизу. Попробуйте обойти их. Или ждите, мы проведем их ряды. Нет времени. Придется пробовать напрямую. Вы опять предлагаете невозможное. Не вижу вариантов. Это потому, сынок, что ты совсем спятил. Я вернусь за вашими извинениями.
Как? Зачем вам это? Чтобы спасти Адамса, Хэнкока и их людей. Вы хотели убить их. Убить? Вы с ума сошли? Я хотел переговоров. Нужно столько обсудить. Объяснить. Но теперь все кончено. Если вы не лжете, я передам им ваши слова. Пусть заложат оружие. Нужно прекратить войну. Почему они, а не британцы? Думаете, мы не просили британцев о том же? На все нужно время. И все бы удалось, если бы я сыграл свою роль. Роль кукловода. Лучше нам дергать за нити, чем им. Нет, нити надо оборвать. И всех освободить. Да, и всех поселить в воздушных замках. Ты убиваешь как мужчина. Но говоришь как дитя. Сколько еще умрет из-за тебя? Sahan yönelimi on teenamda sehtakwe. Timi on ne jaho teenatamda sehtakwe. Патнем. Вы живы? Чего не скажешь о Питкерне? Что ж, поздравляю. Да это уже не важно. Я дал приказ отступать. Потери слишком велики, и ради чего? Если Тори так нужен этот холм, пусть подавится. Остан, вот что самое важное. Сейчас это не важно. Ну что еще? Не может быть! Они хотят убить Вашингтона!